Сегодня в центре нашего внимания опять оказалась правобережная каменная набережная на Клязьме. Если вы наш постоянный зритель, то помните, что летом мы показывали провалившийся участок мостовой в начале променада у Старого моста. Его пусть не сразу, но отремонтировали. И вот новые недочеты. Еще один небольшой провал грунта прямо напротив недостроенной гостиницы. По этой или по другой ли причине рядом образовался разрыв в массивных металлических перилах. Даже удивительно, как такое могло произойти. Слишком уж капитально и надежно выглядит весь архитектурно-планировочный объект. Как бы там ни было, а ремонтировать надо. Но эта беда меркнет по сравнению с тем, что мы обнаружили, что называется, этажом выше, на верхнем ярусе набережной. Там есть две лестницы, ведущие к печально знаменитому недостроенному дому. Под лестницами помещения, которые до недавнего времени были заколочены деревянными щитами. Сегодня эти щиты выбиты, а внутри образовалась настоящая свалка мусора плюс, как вы можете догадаться, бесплатный общественный туалет. Камера запахи не передает, поверьте на слово. Мы очень надеемся, что эти наши видеосвидетельства будут замечены заинтересованными службами и недостатки исправлены. Центральная набережная для них не место. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.